Для начала представьтесь и расскажите, зачем вы пожаловали сегодня сюда. Добрый вечер, меня зовут Леша Мулат. Я пришел поддержать своего старого товарища Панца в совместной его работе с Лолитой Милявской, посмотреть их клип и оценить работу. И, ну, опять же, повстречаться со старыми добрыми друзьями здесь, я думаю, будет предостаточно. Я знаю, вы записывали огромное количество разных дуэтов. Какой из них был самый эпатажный и в чем секрет хорошего дуэта? Ну, я думаю, каждый дуэт он заключается в хорошей работе и того, и другого артиста. А удачно это зависит от того, как слушатели его слушают и скачивают. Поэтому все мои работы, они, ну, на мой взгляд, все были более-менее успешными. Сейчас вот тоже выйдет трек с одной известной группой. Поэтому я не знаю, как это объяснить. Это все на слушателя. Если ему нравится, значит нравится. Значит, работа сделана с душой. Как вы думаете, дуэт с Лолитой сегодня будет прекрасным? Ну, это безусловно, потому что Лолита Милявская – это очень яркая личность. И Панс – это неординарный человек. Поэтому, я думаю, у них работа получилась яркая. И я тизер так немножко видел, и я точно убежден в этом, что у них очень серьезная работа получилась. В чем неординарность вашего коллеги? Расскажите, может быть, какие-то интересные истории? Ну, он сам неординарная личность, так как он, во-первых, он выделяется на фоне остальных, так как он темнокожий парень, и у нас с ним это в этом сходство. А так, как человек, он очень открытый. Он настоящий, он живой, и я за него всегда радуюсь, если у него какие-то, ну, новые веяния. А сейчас это действительно получается такая экспериментальная работа, которая, на мой взгляд, я думаю, будет успешной. Потому что Лолита, она всегда умеет приятно удивить, что они это, в принципе, и продемонстрировали. Хотели бы удивить слушателей вместе с Лолитой? Но зачем уже, если уже один черный парень уже это сделал, зачем повторяться? Пусть это ребята сделали, мы что-то новое придумаем. Придумывайте новое, спасибо большое.